Всем привет, меня зовут Шамбо, и мы продолжаем геройствовать в мире меча и магии, проходя кампанию лорда Айронфиста. Выполняем миссию под названием Замок Аламара. Замок Чернокнижников стоит в кратере вулкана. Чтобы пробиться к замку колдуна Аламара, вам следует пройти через лабиринт Минотавра. Маги уверены в своей неуязвимости и не ожидают атаки. Горгульи поджидают вас на истинной дороге к выходу из лабиринта. И мы в прошлой серии осмотрели всю северную часть, ну не то чтобы северную, северо-западную часть карты. Захватили здесь все, что можно, собрали огромную армию, собрали артефакты и готовы двинуться в лабиринт, так как мы также владеем заклинанием портала и можем телепортироваться в какую-либо часть карты. Так, первый соперник, много минотавров. Идите сюда. Да ладно, вас не так уж и много. Феникс, у вас достаточно защиты, интересно, чтобы не умереть. Атака 5-10. Рискнем, но у минотавров скорость не такая высокая. Я думаю, вот эти два отряда не доберутся до фениксов сюда. Сожгли, замечательно. 19... Ух ты, как удачно. 19 единиц урона. Ну все, это победа. Победа, причем без потерь. Жаль, у меня нет какого-нибудь заклинания портала, но из города. То есть из города призывать существ на расстоянии было бы замечательно. Так, нам было сказано, что горгульи ведут... к правильному пути, поэтому идемте по неправильному пути, чтобы осмотреть всю карту, как и это я люблю делать. Правда, мы перемещаемся очень, ну просто очень медленно. Но радует, что чернокнижники нас атаковать не будут, поэтому нам нечего бояться, переживать за наши замки. Нет, но мне нужно срочно найти какие-нибудь еще дополнительные сапоги. Я вот движусь к золотой шахте. Не знаю зачем. У меня и так золото 139 тысяч. Ну, просто хочу. Так, победим гидр. А их не так и много. Было бы что побеждать. Сожгли всех. Этих тоже убьем. Сюда не дойдем. Никто не умрет. Все великолепно. Удачная атака фениксов. 3000 урона практически. Жаль, я не точно навелся и не ударил их. Ну да ладно. Немножко урона получили, с кем не бывает. Победа. И забираем шахту себе. Так, вот здесь кто-то еще опять же стоит. Давайте сходим. А, не охраняет обелиск. Можем еще какой-нибудь очень ценный артефакт себе прихватить. 20, 20, 20. А я могу сюда вот сдвинуться? Или здесь что-то мешает и в принципе сюда не подлететь? Давайте встанем все в защиту, посмотрим. Они перелетают через преграду, но... Кого будете теперь атаковать? Фениксов, сумасшедший. Стоп, 32 урона. Сейчас один феникс мог бы погибнуть. Как хорошо, что вот здесь места не оказалось для его атаки. Нужно срочно повышать защиту, потому что здоровье фениксом в любом случае не поднять. Так, победа, 2000 опыта, плюс знания. Не то, что хотелось. Обелиск один открыли. Да ладно, их так много. Ну, в общем, это явно около входа, хотя нет. Тут сложно определить, очень большие территории все-таки соприкасаются с этим лабиринтом. Нужно отыскать еще парочку обелисков. Также я хочу глянуть на всю карту, открыть все. Вот сюда проник вражеский герой, но чтобы ему до меня добраться, ему столько надо пройти. Это какое-то безумие для него будет. Я надеюсь, он не сможет пройти всю эту территорию. Кроме того, может мне начать пользоваться порталом, например, вот сюда телепортироваться, чем так все оббегать. Давайте используем портал отсюда. Замечательно, заходим в пещеру демона. Да, желаю войти внутрь. Всего лишь 1000 опыта, так мало. Что в самом низу карты? В самом низу карты ничего. Обидно. Так, горгульи опять на верный путь указывают. Мы сейчас просто открываем весь лабиринт, чтобы осмотреть всю территорию. Опять же, горгульи мне на верный путь указывают. Не хочу я идти по верному пути. Отстаньте вы от меня. Я телепортирую сейчас. Вот сюда, например. И отсюда тоже куда-нибудь телепортируюсь. Вот сюда, например. И зайду в еще одну пещеру демона. Да, еще 1000 опыта. Вот, и увидели еще один обелиск, идем к нему. Да, завершить ход. Опаньки. Прощай, амиго. Пам. Привет. 7 драконов. Но я должен же их спалить. Но если я атакую фениксами, они же убьют моих фениксов следующей атакой. Вот... У них высокая скорость, высокая, средняя. А рыцари доскачут до драконов, их убьют. Фениксы сейчас сожгут горгулей, а паладинов я телепортирую к Минотавру. Кажется, это оптимальный расклад. Летим. Да ладно, не всех сожгли. Ну, а в любом случае они сейчас погибнут. Далее рыцари убивают драконов. Рыцари не убивают драконов. Интересный поворот. Мы ослепить драконов также не сможем. Телепортация. Убиваем минотавров. А драконы жгут лучников, всех убьют. Нет, не так уж много они убили. Победа. 4500 опыта. Громовая палица, защитная перчатка. И осталось еще 2 слота для артефакта. Громовая палица, навык атаки +1, громовая перчатка, защита +1. Телепорт назад. Сражаемся. Давайте упакуем какой-нибудь отряд. Пример этот. Кого будете атаковать? Феникс. Необычно. Теперь что, мне защищать фениксов надо? 25 единиц урона. Нет, никто из фениксов не погибнет, это замечательно. Одним мечником можно пожертвовать. Победа. Немного золота, еще один обелиск. Ну, камешки найти. Ну, правда, вот камешки. Хотя... Очень похожее место. Еще на пути есть где камешки? Вот, есть опять же камешки. Опять здесь, здесь, здесь. Нужно больше обелисков. Что-то будем забирать? Давайте заберем, чтобы не валялось. Опять же, посмотреть всю карту. Вражеских героев больше на подходе не видно. Кроме того, можно... Вот в этом участке, мне кажется, где-то может быть обелиск. Например, вот в самом этом месте, в самом неудобном, куда просто нет логики идти, скорее всего, он и будет. Потому что вот здесь, вот в тупике, он был. Давайте туда идти. Точнее, телепортироваться. Порталов у меня осталось не так много, правда. И сейчас еще портал сюда один. Вот, бьем гидр, захватываем шахту. Отсюда я спалю сразу два отряда, если буду бить под углом. Да, отлично. Вот это дыхание, что у фениксов, что у драконов, просто великолепно. Хотя у циклопов также есть, только у паладинов. Двойная атака при нападении есть и все. Так, будет здесь что-нибудь? Да, как я говорил, в тупике опять же обелиск. А у тебя какая армия? Почему бы не опознать его? Познать героя. А 90 горгулей, 76 грифонов, 94 кентавра, 55 минотавров, 6 драконов. Не особо сильная армия. Скачать отсюда действительно. Стандартный сценарий. Выйти. Да я хочу заклинание прочитать. Молния может ударить. Вот звездопад. Поражает выбранный участок поля боя. Ну, может... Вот так раним три отряда сразу. Да, но урон 50 единиц очень-очень слабо. Готово. 2000 опыта еще. Еще один обелиск. Тут должна быть такая вот штука, прогалина на дороге. Здесь такого нет. Так вот, камешки, вот прогалина. Примерно так же выглядит. Давай быстрее откройся. Да, и вот здесь дорога. Она должна поворачивать на север. Значит, не это место. Вот. Где-то в этом районе. А почему озеро тогда не отобразилось или отобразилось, но я его не заметил? Нет, вот озеро, по-моему, сокрыто. То есть синяя елка, дерево с желтым листом и зеленое дерево. Синеелка, дерево с желтым листом и зеленое дерево. Да, это вот это место. Давайте копать. Здесь ничего нет. Хорошо. Следующий квадрат сюда. Копаем. Отсюда нам нужно направляться куда-нибудь дальше. Может, опять же, порталом. Я надеюсь, мне его хватит, чтобы выбраться и снова прийти в свой город. Так, давайте сюда тоже телепортируемся. Завершить ход, да? Так, ты тоже копай. Его здесь нет. Где же он? Следующая клетка. Вот здесь попробуем раскопать. Так, а ты скачай, открывай территории. Еще одна шахта. Так, здесь нет. Следующая точка. Копаем. Здесь нет. Где же он? Ну, то есть мы вот здесь вот прокопали. Вот здесь прокопали. Здесь прокопали. То есть остается раз, два, три, четыре. Хотя почему бы и вот в этих местах не быть артефакту? Но я уверен, мы быстрее раскопаем, чем найдем все обелиски. Ты можешь копать? Нет, нужно тратить весь день. Мне даже не хочется с этими гидрами биться, ну зачем мне еще шахты? Я вообще-то хотел вот эту атаковать. А что это тут много так ресурсов, а обелиска нет? Странно. Завершаем. Копаем. Нет, здесь нет. Так, ты иди чуть северней. Опять же, с демоном поборемся, да? Вы попали в плен к огромному демону, он предлагает свободу. Да, платим. Я не хочу попадать к нему в плен. А если я еще раз его атакую? Нет, не окончить ход, я сохраниться хотел. Сохраниться, да. Он меня постоянно будет брать в плен? Что это за демон такой? Да. Да, он постоянно меня берет в плен. Еще раз портал. Привет, призраки. Защитить лучников я не могу. Тогда сами защищаемся все. Победа. Так, еще фрагмент. Ну, понятно, что не будет на болоте, будет... А, я понял сейчас свою ошибку. Я копаюсь совершенно не там, скорее всего. Копать надо вот здесь. По той причине, что на карте нету входа. Тут везде горы. Мне казалось, что вот здесь будет где-то вход. То есть я не в том месте копаю. Мне вот сюда вот надо скакать. И здесь пытаться раскопать. Вот здесь, вот здесь. Завершить, да? Вражеский герой, надеюсь, я никуда не уехал на мои розыски. Все. Нет, они на своей территории катаются. Осталось северную часть осмотреть лабиринта, а потом по-быстрому порталам к ним прискакать. Ты можешь копать? Да, может, но тут нету ничего. Здесь тоже нет ничего. Здравствуйте, призраки. Сейчас к вам опять же летим. Нету. Нету. Но этим ходом, я думаю, я открою местоположение уже. Просто интересно, какой же здесь артефакт будет скрываться? Возможно, какой-нибудь свиток на очень много колдовства? Ну, что может еще скрываться в землях чернокнижников? Кроме как какое-нибудь тайное, запретное знание, дающее либо много колдовства, либо много магии. Ну, как вариант, свиток с каким-нибудь заклинанием. Правда, я таких еще не встречал в первых героях. Я вроде как открываю обелиск один за другим, но при этом ничего толком не появляется. Точнее, толком не пропадает. Явно вот в этом участке, но вот где... Давайте еще на север. Да тоже на север. В следующем ходе будем опять копать. Так, этот демон меня возьмет в плен? Да. Огромный демон выступает из тени, вы бросаетесь в атаку, победив в нелегком поединке, вы получаете 1000 очков опыта и 2500 золотых. Замечательно. Копаем. Нет. Копаем. Поздравляем, потратив уйму времени, вы таки нашли книгу «Все знания». Знания плюс 12 единиц. Ну, я угадал. Поэтому смысла уже... Ну, конечно, есть смысл просто открыть карту, посмотреть, что там. Давайте сделаем это по-быстрому. А потом... Успеем ли минут за 10-15 разбить чернокнижников? Но теперь их герои будут постоянно нам показываться, потому что мы открыли территорию. Сколько это много горгулей. Вот драться с такими отрядами мне вообще не хочется. Где там 5-6 противников. Кстати, горгульи нас атакуют каким-то лазером из глаз, заметьте. Как они до 6-й части то пятой части деградировали, что стали бить нас обычными плитами. Но смысла открыва здесь опять же нет. Забирать ресурсы, они нам особо и не нужны. Да, завершить. Окей. Я здесь использую портал. Я не хочу вступать в бой. Мой герой слишком устал. Ну, хорошо. Я тоже устал уже. Я тоже устал лазить по этому лабиринту. А что я хотел? Попробуйте искать на чистой земле. А это грязная земля? То есть в болоте... Ну, хотя логично. В болоте нельзя ничего спрятать, нельзя ничего закопать. Но можно применить не то заклинание. Портал. Еще один обелиск, ну а здесь не знаю что. Идем на выход. Идем на выход, пополним армию и просто с помощью порталов отправимся к чернокнижникам и их разнесем. Это еще даже проще, чем с эльфами, оказывается. Ну вот они там себе катаются. Выехать оттуда явно не могут. Начнем пополнение с дальнего города. Просто чтобы, если закончится неделя, пополнить хотя бы еще несколько фениксов. Они очень сильны. Забираем 24. Никакой магии они не смогут нас уничтожить, такую армию. Сколько им знаний нужно иметь, чтобы уничтожить 156 всадников? Это такое просто невозможно. А вас пополнил, всех вроде пополнил. К следующему городу. Как удобно в дне езды. Наши копейщики оказываются еще кузнецами, то есть вот они перед печью раздувают мехами огонь. Вот наковальня. А наши мечники, они торговцы, то есть вот доспехи, мечи стоят, продают. А лучники держат флаг и не стреляют. Вот, как я говорил. То есть мы к концу недели приходим в город эльфов и забираем еще один прирост этих, как фениксов. Только вот у меня вопрос. Может мне тогда друидов посмотреть? 7,6 друидов против 226 мечников. Урон 4,6, атака 7. Атака 7, урон 5,8. Нет, мечники будут сильнее. Я хотел бы, конечно, взять и друидов, чтобы издалека стрелять, но их слишком мало. Этих эльфов много, но они слабые. Так что берем только фениксов. Ух, как вас много. Как это красиво. И направляемся просто через портал сразу же в земли чернокнижников. Ай-яй-яй. Ладно, мне хватит. Я просто забыл передать вот этот свиток, который мой колдун откопал моему главному герою. Ну да и хватит мне тех знаний, которые у меня сейчас есть. 15 единиц. Я не применяю столько магии, чтобы хотеть большего. Так, портал. Куда-нибудь подальше, вот сюда. И сразу... Да, мы сможем на этом ходу. Сможем. То есть 2 портала всего нужно. Пам, все. В землях чернокнижников. Сохранюсь-ка я в отдельный файл. Вдруг они тут какие-то лютые, сильные. Еще прибавили знаний. Кстати, по лаве я неплохо так перемещаюсь. Итак, давайте откроем всю карту. Все. Мы вот здесь. Предлагаю начать пронос с севера. Мне кажется, замок Аламара либо самый дальний, либо центральный. Ну, давайте вот отсюда пойдем сюда, сюда. Ну и увидим потом. Захватим этот замок, захватим этот. Видим здесь, действительно ли замок Аламара. Если нет, то это однозначно он. Они даже внимания на меня не обращают. А так можно. А в чем проблема мне было проскакать здесь? Непонятно, как там маршрут наш строится. Кстати, а что в святилище? Ресурс. Забрали еще шахту. Артефакты. Заберем еще опыт, еще шахту. Ух ты, неужели он пошел один на свободу? Так, первый замок. Лайкуад. Ничего мне это, правда, не говорит. Вот, они будут сейчас пытаться заново захватить шахту. Проверяем. А у меня сейчас Феникс ходит или кто? Вроде Феникс выделен, но никуда сюда я прилететь я не могу. Что из магии можно прочитать? Ослепить кого? Грифонов, да. Потому что драконы невосприимчивы. Давайте их ослепим. И подождем. Драконы летят сжечь лучников. Минус 40. А защищайтесь. Сейчас сами спалим драконов. Отлично, всех уничтожили. Кроме того, в конце хода их можно попросту воскресить. Так, теперь для фениксов будет место ударить грифонов. Да, замечательно, и как раз попадут по минотаврам. Не попали. Плохо. Но воскрешаем лучников, иначе другого шанса может и не быть. Воскрешение. А сколько я восстановил? Как-то маловато, мне кажется. Ай. Но это смерть для гидр, однозначно. Теряли 54 лучника, но захватили один замок. Захватили один замок, 17 драконов. Наймем, пусть защищают. Кроме того, здесь есть заклинания, наверное, какие-нибудь. Нет, гильдия магов здесь не построена от слова совсем. Так, выберись снова. Идем на самый юг, посмотрим в самом низу карты замок Аламара или он в центре. Эти герои пусть скачут. Вот опознать героя. Нет, опознать я хочу. Какая у него армия? 8 драконов. Так, где здесь еще один скакал? У этого 5 драконов. То есть они раздробили свою армию, и это весьма глупо с их стороны было. Сейчас я их спокойно сожгу. Отвратительно, мои лошадники не могут перепрыгнуть опять же кочку. Вот эту лужицу лавы, из-за которой они не могут атаковать ни кентавров, ни грифонов. Телепорт. Удар. Смерть. Да ладно, они убили одного феникса, еще удачная атака, второй сейчас умрет. Да. Это было неожиданно. Бездонный кошель, шлем. А вот что у меня сохранилось? Шлем мы потеряли, потому что получили бездонный кошель, который мне совершенно не нужен. Срочно наймите мне героя. А чернокнижник, пусть он будет. Скачи и забирай мне этот бездонный бесполезный кошель. Так, вот бесполезный кошель. Это у нас что? Сила заклинания увеличена. Хорошо. Удача. Удача мне особо не нужна. Я лучше на характеристики что-нибудь возьму. Потому что она срабатывает через раз, и у нас и так достаточно войск, чтобы воевать. Так, 3 слота свободно. Хорошо. Ирликиум. Значит, замок Аламара, как я говорил, будет самый южный. Такой Ирликиум. Слепить опять же грифонов. Лучников погибло. Один феникс. Нет, лучше лучники умерли. Феникса я смогу сейчас целого воскресить? Заклинание воскрешения. Феникс. Их было 40. Станет 41? Да, стал. 41. Зажигаем. После воскресим опять же лучников. Гидры будут полгода ползти, как и идти минотавры. Решение. Пам 44. 344. Убито. А сколько тут драконов? 16. Что-то мне сдается, я могу со всех замков собрать неплохую такую армию драконов. Завершить ход. Они прям... Сколько здесь героев? Много, немного, немного. Давай-ка я полный прирост тут возьму. Ну да. Они, видимо, наняли всех, кроме драконов. Нет места. Мне особо эти города не нужны, как понимаю. Мне по заданию вот инфокарты. Так, неожиданно по атаке. Чтобы пробиться к замку колдуна Аламара. Мне, скорее всего, только один замок его нужно захватить. Остальные чернокнижники, как бы увидев поражение своего лидера, просто сложат ручки и все. Признают поражение. Так, я хочу вот так поступить. Оставить мечников здесь. И защищу замок. Так, вы сожгете их же, правильно? Отлично. Не могут доскакать инвалиды. Отлично, полная победа. Плюс атака. Успею вернуться? Да, успеваю. А вот эти драконы могут пасть смертью храбрых. Здесь тоже некого, опять же, нанять. Есть, конечно, орда кентавров, 0 гидр, копейки минотавров. Ладно, завершаем ход, посмотрим. Сожгли, окей. Да, атакует замок. Но у меня 17 драконов, у него здесь 9. Если я грамотно буду вести себя, я смогу выиграть. Например, если всех этих спалить, то почему-то не додул до Минотавра. Точно, через Минотавра я ж... Как мне вот дыхнуть так, чтобы... задеть этого дракона. Черт. Я хотел именно атаковать через Минотавра дракона. Не удалось, ладно. Без единого шанса. Броня сейчас очень большая, я думаю. Но эффект, к сожалению, не показывается. То есть как бы на них наложено заклинание, но если навестись на отряд, оно не увеличивает характеристику, поэтому непонятно, насколько увеличена броня у них. Вот сейчас они зайдут. 3 убили. Давайте полетаем от них. Хотя это ни к чему не приведет. Слишком много, а драконов слишком мало. Еще и у них удачные атаки. Так, ну раз вы так поступаете, уничтожим вас всех. Они уничтожили один отряд моей драконьей армии. Это нечестно. Надо срочно слепить гидр. Они могут убить одного феникса. Вот почему я не достаю до этих грифонов. Хотя их немного, не страшно. Всего лишь 2 лучников убили. А я хотел нажать на кнопку знамени «Воскресите лучников», но переместил своих всадников назад. Вы сможете их спалить? Только 20. Удачная атака. 60 единиц урона, живем. Медаль доблести. Опять выкидывать придется. Увидели свободный замок, поскакали к нему. А если я использую портал, как вы запляшете после этого? Прям перед вами появлюсь и всех вас уничтожу. Ух ты, 115. Однозначно будем воскрешать. Ослепление. Никогда не думал, что ослепление такое полезное заклинание, играя в пятую героев. Они сразу же прозрели, офигеть. Не достану, не достану. Получу заклинание. И получу атаку грифонов. Минус 14. Толку, что я воскрешал. Давай добейте моих лучников. А на этом ходу я уже использовал магию. Минус 16 лучников. Кольцо мага, драконий меч, медаль, монета. Из этого я додумался сохранить драконий меч. Это замечательно. И кольцо мага. А что оно дает? Увеличивает силу магии на 2 единицы. Нанять героя, опять выкинуть половину этого хлама. Нанять. Давай скачи, забирай у меня всякую ересь. Так, что можно отдать? Сила магии мне не принципиально. Мораль тем более. Я сюда хочу какие-нибудь артефакты на увеличение знаний. Сейчас, в принципе, тоже особо не нужно. 2 единицы. Увеличение атаки, защиты. Это было бы полезно. Все остальное мне особо не нужно. Фениксы мне нравятся больше, чем драконы, за счет того, что на них можно накладывать магию. Лечить, благословлять. Драконы, конечно, сильнее, но кого это волнует? Опять я собрал бесполезные артефакты. Забери их, пожалуйста, и выкинь куда-нибудь. Заберем вновь этот замок. Орда минотавров 140. Точнее, не орда, а правильно говорить, тьма. Кстати, а мы сейчас повысили наш навык силы магии. Как будет теперь работать звездопад? Случайно не кликнул Армагеддон. 75 единиц урона. Немного. Но началось. Вот их трогать фениксами я не стану. Пусть лучше лучники их отстреляют хотя бы немного. Вот будет меньше сотни, я рискну. Иначе я не хочу потерь со своей стороны. не хочешь потерь, они будут, сказали минотавры и убили двух фениксов. Великолепно. Замок отвоевали, а тут был прирост. Нет, прироста драконов не было. Убиваем этого героя еще. Так как он на вас дыхнуть так, чтобы задеть два отряда? Да ладно, вы так бегаете, хорошо. Всего лишь один воскрешу. Двух фениксов еще потеряли. Совершить ход, да. Прирост появился. Вот еще один герой, его надо победить. Даже их обоих. У этого не серьезная армия, я сейчас всех сожгу. Нет, 37 фениксов не могут всех сжечь. Меня напрягают эти горгульи, высокоинициативные. Да, слепим фениксов, точнее не фениксов, а грифонов. Их очень много. Можно сжечь, конечно, горгулей. Вот откуда у них крестьяне здесь? Зажечь кентавров. Один эффект заклинаний перебивает другой эффект заклинаний. Как это работает, никому не понятно. Воскрешаем. Очень много лучников полегло. Победа. 11000 опыта и силы магии повысили, которая нам не нужна совершенно. Так, откроем карту, где здесь еще города. Мы захватили два. В общем, остался еще... А нет, вот далекий. Но мне кажется, в этом городе, который у границы, тут толком и не будет ничего. Это не замок Аламара явно. Но захватим, чтобы просто нам никто не мешался, не приходил с севера. Даже драконов не удосужились нанять. Как они нас не уважают. Просто использую звездопад. Вот, уже 100 единиц урона, это лучше. Хотя, когда отряды наносят по несколько тысяч урона, это смотрится смешно. Да, можно сотни единиц урона убить одного феникса и все. А при этом у нас магии уже 7 единиц. Это не так мало. Сожгу ли я этих гидр? Нет. Очень жирные. Победа. А здесь будут драконы? Да, они их не нанимают. Им денег, видимо, не хватает или ресурсов. Так, скачем в этот замок. Неужели я даже уложусь в час времени и выполню это задание? Так, Кастер. А как этот замок называется? Порт Томелл. Просто звездопад. Защищаемся, пусть они сами улетают. Тут слабый отряд. Они опять сглупили, не объединили всю армию против меня. Причем у них гораздо больше, чем у меня городов, аж 5 штук. А я же получал приросты только с 2 городов, ну и с одного забрал фениксов. Сколько тут гидр должно быть? Ну, осталось 16. До свидания, кентавры. Очень глупо поступили. Но сейчас минотавры самоубьются. 9000 опыта, шлем защитника. Что он дает? 1 единицу защиты. Ха-ха-ха. Еще 40 драконов. Трепещите в замке Аламара все в смертные. Здесь сидит товар, и это замок Аламара. Сохранимся, может, здесь какая-то просто лютая армия. Так, поехали. 53 дракона, 163 грифона, остальные цифры не видны и неизвестны. Чем бы нет. Пусть они с ума сходят. Паралич на паладинов, но это не страшно. А что вам мешает вот так проскакать и в спину ударить? Горгульи, не знаю что, но что-то мешает. Ага, если я сейчас так дыхну, я спалю всех лучников. Нет, не надо мне такого. Спалили 3 драконов. Лучники, защищайтесь. Гидр было всего лишь 95. Горгульи умирают. Я надеюсь, сейчас умрут драконы, но, чтобы быть уверенным, благословляю вас, рыцари, на этот подвиг. Всего лишь 18 умер. Мощные. Паралич еще на фениксах. Прощайте, минотавры. Прощайте, драконы. Ну, сейчас прощайте, гидры будет. Да ладно. Вот живучий. Победа. За мужество, проявленное в бою, мы получаем 31000 опыта. Защита +1. Синий игрок разгромлен. Поздравляем, вы преследовали горгулей до самого замка колдуна Аламара и повергли в прах чернокнижников. Это, наверное, последнее задание, То есть мы захватили, во-первых, замок Слэйра, потом замок Ламанда, теперь замок Аламара, все. Следующая кампания будет? Да, давайте. Нет. Сценарий 8 «Царь горы». Великая победа не за горами, но поверженные лорды еще опасны. Они объединили остатки своих сил и двинули несметные рати на ваши замки. Если вы укротите драконов, мятежные лорды сложат оружие. Захватите драконий город на центральном острове, и победа будет в ваших руках. А этим мы займемся в следующей серии. И у нас почему-то только один город. Ну да ладно. Итак, спасибо всем за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.